Доброго времени суток! В рамках магистратуры нашего университета есть уникальный курс под названием «Оверлейные технологии». По данным терминам подразумеваются технологии, системы и сети, которые функционируют на базе существующих. В качестве примера стоит привести ТОР и A2P, луковую и чесночную маршрутизацию. Если эти термины вам не знакомы, явно стоит поступать к нам. Мы будем рассматривать задачу обеспечения безопасности сетевых ресурсов в рамках сетевого взаимодействия, применять для этого методы оверлейных технологий в виде VPN в комбинации с луковой чесночной маршрутизацией, с дополнением проксей, каскадирование прокси-серверов. Будем рассматривать технологии маскировки трафика для того, чтобы различные инструменты автоматического и автоматизированного анализа трафика, в том числе и на магистральных линиях связи недружественных нам стран, не могли идентифицировать факт нашей коммуникации. Дополнительно мы будем рассматривать построение виртуальной информационной инфраструктуры предприятия с использованием технологий виртуализации и контейнеризации. Ну и также, естественно, затронем и оркестрирование. Подписывайтесь на наш канал, поступайте к нам в магистратуру. Здесь учет мыслить концептуально и конструктивно. Всего доброго!